У новоуральцев серебряного возраста появилась уникальная возможность улучшить свои навыки в работе с современной техникой, а также заниматься тренировкой памяти, внимания, мышления и многим другим в интеллектуальном клубе «Скрепка». Подробности в нашем следующем сюжете. В публичной библиотеке нашего города при поддержке фонда президентских грантов 7 сентября состоялось открытие интеллектуального клуба «Скрепка» для людей старшего поколения. Одной из главных задач клуба является поддержание и улучшение умственного здоровья горожан. Физическим здоровьем вот старшего поколения занимаются достаточно много организаций. А вот именно умственным здоровьем, да, чтобы наш ум был как можно дольше в хорошей форме, практически никто. И вот в нашей библиотеке вот родился этот проект. Мы назвали его «Скрепкой». Вот. Потому что «Скрепка» – это про объединение, про скрепление. Вот. И наш проект поддержал фонд президентских грантов. И теперь в рамках новоуральского долголетия вот наша программа вот, полноценное открытие. Гостям были представлены направления клуба, а именно интеллектуальная разминка, эстетическое развитие, забота о здоровье и другое. Далее гости приняли участие в интерактивных заданиях и отвечали на интересные вопросы. А вы знаете, что... Вот посмотрите, в чем вы пришли. Или наоборот, не смотрите, вспомните, в чем вы пришли для начала. Да? А вот ваш мозг, он уже подсознательно сегодня утром знал, что вы сегодня наденете на себя. А давайте-ка проверим, соответствуют ли психологические описания тому цвету, который сегодня на вас надет. Сегодня наши ожидания, мои ожидания и ожидания моих коллег очень даже оправдались. Замечательно, настроение поднялось. Шли сюда, дождик был. Но сейчас вот от дождика не осталось вообще. То есть настроение отличное, замечательное. Вот сюда, в библиотеку, точно придут, пообщаются, свою голову в порядок приведут. Потому что и вот сейчас мы разгадывали загадки, и хочется разгадывать. Они такие вопросы замечательные подбирают. И вроде бы, если не отгадал, то улыбнулся. Так, в следующий раз обязательно отгадаю. Как-то мотивирует, стимулирует. Отличная программа, я считаю. По крайней мере, знакомство проходит сейчас очень даже хорошо. Интеллектуальный клуб создан для тех, кто хочет как можно дольше сохранять остроту ума и крепкую память. Бабушки и дедушки активно участвовали и задавали вопросы. Комплексная программа – это развитие нашего мозга. Это тренируем память, внимание, мышление. Будут настольные игры, которые от всем привычных и знакомых – шахматы, лото, домино – до современных настольных игр, которые как раз тоже очень хорошо влияют на наш мозг, его развивают, тренируют. Будет эстетическая направленность, которая тоже доказана, что созерцание предметов искусства тоже благотворно влияет на мозг. И как раз курсы цифровой грамотности для как раз пожилых людей, чтобы они знали, что делать, если им звонят мошенники, как заказать лекарства через интернет и вообще работа с цифровой техникой современной, чтобы они были подкованы в этом. Как говорят специалисты, психологи и физиологи, наш головной мозг требует постоянного поддержания формы, сложных заданий и полноценной загрузки, чтобы сохранять свою работоспособность. Подобно мышцам, ему требуется зарядка, и замечательно, что наши горожане серебряного возраста теперь имеют такую возможность. Пусть клуб «Скрепка» объединяет и дает развиваться в современных технологиях старшему поколению. А также важно, чтобы каждая встреча проходила продуктивно и познавательно. Алексей Кузнецов, Павел Сизов, «Объектив». Итоги.